Здравствуйте, меня зовут Алена. Я приехала в Испанию из России, из города Ярославля. Приехала в Испанию, потому что нашла здесь любимого человека. В России я закончила юридический факультет, но душа все время лежала к телевидению, чем я, собственно, занялась еще в период учебы. А позже так и осталась работать с корреспондентом в новостях на телеканале. Я мечтаю о том, чтобы родить ребеночка. Ну а в целом моя мечта самореализоваться в жизни. И когда я буду старенькая, понимать, что я реализовала свой потенциал полноценно и стала хорошей мамой и женой, но при этом и преуспела в профессиональном плане. Если бы мне предложили стать президентом страны, то я бы без раздумий выбрала Россию, потому что я русская, мой образ мышления, как у миллионов русских. Я не смогу в корне понять чужой менталитет. Я могу себе объяснить, почему так себя ведут другие нации, но понять нет, так как русских. Я должна победить в этом конкурсе, потому что в первую очередь я в это верю. Когда я переехала в эту страну, было первое время тяжело, а сейчас я вновь встала на ноги и чувствую, что в ближайшее время в моей жизни должен случиться какой-то прорыв. Oh,